Для гармоничного развития ребенка очень важно тренировать его вестибулярный аппарат. Прежде всего, этот орган необходим для удержания равновесия и координации движений. Если он не развит, даже при небольших нагрузках человеческий организм испытывает большой дискомфорт. Головокружение, тошноту, холодный пот, пониженное давление. Специалисты отмечают, что развивать вестибулярный аппарат следует с малого возраста, ведь формируется он до 12 лет. 8-летним детям очень нравится кататься на качелях, каруселях, велосипеде, самокате, скейтборде, роликах, санках и лыжах. Эти развлечения отлично тренируют вестибулярную систему. Чаще выбирайтесь на улицу и найдете множество интересных способов развивать вестибулярный аппарат ребенка и при этом весело провести время.